Всем привет, с вами Роман Раскольников, я играю в игру под названием His War of Mine. Так, сегодня у нас шестой день, седьмой даже день. Так, вот только что вернулся Роман с вылазки. Так, он у нас немного опоздал, но ладно. Так, Бруно сейчас нам приготовит еды. Так, двойную порцию, да, ой, то есть две порции давай, делай. Так, а питаться мы, конечно же, будем консервами. Как двое из вас троих будут питаться консервами. Так, Роман, все. Нет, Роман еще не вернулся. Так, все. Нет, еще не все. Почему ты сидишь? Подъем. Все. Теперь можно есть. Так, Арика пойдет поест. Так, консервы. Бруно поест супа. Так, Роман у нас устал. Так, Арика у нас тоже устала, да? Она у нас сильно устала, ладно. А Роману придется посидеть пока на стульчике. Так, ты пойдешь улучшишь нам обогреватель и... Так. Сегодня нам надо будет... Шестеренок не хватает теперь. Почему? Почему так? Так, 4 компонента. Ну, ладно, посмотрим, сколько нам кровать надо. Сейчас у меня 24 компонента. У меня остается 4 компонента. Сейчас посмотрим, сколько нужно на вторую кровать. А, на вторую кровать нам нужно... 6 досок на... Ой, 6 компонентов. Надо еще 2 компонента найти и 3 доски притащить. 4 доски. 4 компонента, 4 доски притащить надо будет. Так, время 11:50, никто не пришел. Ну, значит, завершаем день. А сегодня я даже не знаю, куда пойдем, наверное. Армейский блокпост, стройплощадка. На стройплощадку, кстати, можно сходить. Так, давайте на стройплощадку сходим. Так, ничего, я... А, блин, Роман будет у нас дом охранять. Арика пойдет добывать ресурсы. Так, доски, шестеренки, компоненты, все. Надеюсь, здесь будут снайпера. Так, доски. Ну ладно, все, я добыл нужное количество досок. Теперь осталось компоненты шестеренки найти. Так, давай вниз спустимся. Может быть, здесь есть шестеренки. Так, тут у нас, похоже, снайпера. А, ну да. Тут вроде, если патрули, то здесь как бы дверь должна быть так заперта. Ну, со снайперами полегче будет. Так, теперь мне надо хотя бы одну шестеренку найти. Блин, шестеренок нет. Очень плохо. Все очень-очень плохо. А если вдруг настанет зима, холодно будет? Шестеренок нет. Придется компоненты брать.
Доски возьму лучше. Ладно, побежали к выходу. Завтра снова вернусь сюда и уже спокойно обыщу локацию и соберу компоненты, а также еду. Так, если снайпера, значит я знаю, где еда должна быть. Еда должна быть вот здесь вот. Спрятана. Растут снайпера. Так, нас напали, но ничего не украли, это хорошо. Так, а Бруно идет нам улучшит. А, Бруно не может улучшить обогреватель, потому что не хватает шестеренок. Так, ну ладно, хотя бы вторую кровать сделаем хотя бы. Так, что там у нас с Романом? Роман у нас сильно устал. Он пойдет у нас сегодня спать. Так, да я знаю то, что нам не хватает шестеренки. Так, что там по радио говорят? Какие новости нас сегодня ожидают? А, наблюдается растущий дефицит кофе. Так, ну ладно, похолодание пока не обещают. Просто говорят, прохладно на улице. Так, Арик ложится отдыхать. Ну и в принципе подождем 10-10. Потому что я вроде как получаю мини-плохую концовку. Значит, мне придется поначалу помогать, а потом я украду что-нибудь. Для того, чтобы получить мини-плохую концовку у Бруно. Торговец пришел. Так, значит, у торговца я попробую купить еды. Так, консерв... Ты мне только консервы принес, да? Ну, давай консервы. Хоть какая-то еда. И шестеренок у тебя даже нет. Так, завершаем день, значит. Опять-таки я иду на стройплощадку. Так, Роман у нас будет дом охранять. Пойдет Бруно, от него толку нет. Он, по сути, просто дома сидит. Пускай пойдет добывать ресурсы сегодня. Так, бери лом. Ну и все. Ножовки по металлу я пока брать не буду. Потому что у меня их, во-первых, нет, а во-вторых, я не могу скрафтить. Потому что надо... Кстати, а можно попробовать сейчас собирать ресурсы для того, чтобы слесарный верстак улучшить. Так, вот дальше я ничего не смотрел, потому что если бы я сюда вышел, то меня бы снайпера заметили бы. Так, если там были снайпера, значит там нет решетки. Мне ножовка по металлу сверху не нужна будет. Нужна будет только снизу. В подвале надо будет только решетку распилить. Так, вот здесь снайпера у нас сидели. Так, шестеренку нашел, отлично. Даже три штуки.
Так, ну тут сверху вряд ли что-то есть. Хотя нет, вот здесь может быть что-то ценное. Да, таблетки. Ну и все, собственно. Че он туда-сюда прыгает? Вообще непонятно. Так, таблетки я собираю, потому что они дорогие. Если что, я их могу продать торговцу взамен на еду. Обменять на еду, короче. Так, еды очень много, отлично. Все. Еды у меня теперь достаточно. На первое время мне еды хватит. Так, давай я ящик этот вскрою. Посмотрим то, что тут есть. В шкафу этом. Там по-любому оружие должно быть с патронами. В идеале целое оружие. Если не повезет, то сломанное. Блин, две каски. Ну... В принципе, мы еще раз сюда вернемся, ладно, так уж и быть. Ну, так, сколько у меня тут ресурсов? Две шестеренки. А неплохо было бы найти еще две шестеренки. Чтобы слот хотя бы был наполовину заполнен, а полностью заполнен. Но, похоже, я не найду еще шестеренок. Ну, если не найду еще шестеренок, я тогда лучше на компоненты поменяю или на доски. Ладно. Так меня уже устраивает. А если сейчас еще одну шестеренку найду, то вообще идеально будет. Все, вообще идеально. Так, теперь бежим к выходу. Так, у нас доски есть? Да, есть. Только у нас вообще наверх бежит куда-то. Так, ну-ка. Еще выше. Для чего здесь доски тогда находятся? По ним ходить что ли нельзя, получается? Так, день 8, и я даже не знаю, сколько дней нам прожить. 32 дня, 25 дней, может быть 40 дней, или 45. День 9. Кстати, я соседке помог окна заколотить, а она нам не принесла алкоголь в награду. А раньше приносила. Так, Арика улучшит нам обогреватель. Она у нас очень голодна. Ладно, тогда сначала консервы поешь. Так, вы у меня все очень голодные. Вот все и поешьте консервы. Так, смотрим, что там по радио говорят в новостях. Так, ничего важного. Даже похолодание не обещают. Так, ну значит я обогреватель лучше 40. Я успел
улучшить обогреватель до 2 уровня до прихода зимы. Это значит, дрова у нас просто так тратиться не будут. Ладно, сейчас посмотрю, что нам нужно для улучшения верстака. 6 досок, 5 компонентов. Понятно. 6 досок, 5 компонентов. В школу пойду и там раздобуду их. 6 досок, 5 компонентов. Так, ну и ждем время 10. 10 часов. Время 10 часов, к нам никто не пришел. Так, значит, пойду я в разбомбленную школу. Так, неважно, кто пойдет. Так, Бруно у нас почему-то печально, ладно, он будет спать, значит. Пойдет Арика добывать в разбомбленную школу. Так, беру я с собой только лопату пока что. Блин, это... Там не бомжи живут. Тут ополченцы. Посложнее. Я сюда ради ресурсов пошел. Стой, в этой школе размещено ополчение. Так, в осенней. Мы можем торговать. Давай посмотрим твой ассортимент. У тебя можно овощи, кстати, купить, неплохо. Так, ну красть я, конечно же, ничего не буду. Мне сейчас нужно добыть... Сколько там? 5 досок и... Сколько там компонентов? Блин, сколько компонентов нужно, я не помню уже. Так, куча пропагандистских листовок. На одной из них изображен значок самолета и текст. Не подходите к ящикам с гуманитарной помощью. Это может быть опасно. Сообщите обо всех ящиках на ближайший блокпост так, ополчение. Кстати, ни разу не смотрел данную вариацию локации, где вот ополченцы свою базу устроили. Не знаю, где что здесь находится. Ой-ой-ой. Не знал то, что она так сделает. Все, он сейчас меня будет прогонять. Да-да-да-да. Да, я все ухожу. Я ничего у тебя красть не собирался. Я просто хотел сюда прийти. Бежали. Так, значит, в школу лучше не ходить.
Роман получил легкое ранение. Кстати, а почему Роман рядом... Почему Роман с кровати вставал, если его охранять? Оставил дом. Так, а я даже же дверь не улучшил, да, получается? Я ведь и дверь даже не улучшил. Нам электроники не хватает. Так, а что нам нужно для того, чтобы улучшить дверь, например? Очень много компонентов и очень много досок. Так еще электроника нужна. Ладно. Значит, сходим в ветхую трущобу, где бомж живет. Так, слушаем новости. Скорее всего, похолодание будет. 15 градусов. На улице. Так, а давай я все-таки дров немного заброшу. Сколько у меня тут? 15 дров. Ладно, мне этого пока хватит. Так, Арика пойдет отдыхать. Ну и ждем опять 10 часов. Пришел торговец. Так, сейчас я попробую у него овощей купить. Чтобы приготовить двойную порцию, хотя бы одну. Так и намного выгоднее. Так, и день у нас 10, да? Если 25 дней жить, то нам еще 15 дней прожить. Если 32, то 22 дня еще. Так, покупаю и воды я у тебя куплю, пожалуй. Так, и придется патроны, наверное, покупать. Сколько у меня патронов? Хотя есть пока что. Договорились. Свободен. Так, и я завершаю день. Так. Мне нужна электроника. Где-то здесь я электронику видел. Немного еды, много материалов, много лекарств, огромное количество оружия, много запчастей. Ветхая трущоба. Вот там не помню, есть электроника или нет. Давайте в ветхую трущобу попробую сходить. Так, Роман будет охранять дом. Арика пойдет добывать. Так, ничего пока с собой не беру. Значит, ищем электронику. Чтобы построить улучшенную дверь. Так меньше шансов, то, что нас ограбит, я так думаю. Так, блин, электроники здесь нет. Сахар брать не буду пока что. И торговец, блин, электронику ведь не приносит. Так, сахар. Ну ладно, пока что возьму сахар, так уж и быть. Посмотрим, сколько у меня накопится сахара с этой локации. Если ближе к 10 будет, то, в принципе, ладно, возьму с собой сахар. В следующий раз с торговцем обменяюсь на еду или еще что-нибудь ценное. Сахар тоже иногда пригодиться может. Потому что если он будет говорить, так не пойдет, давай больше, можно сахар ему чуть-чуть насыпать и... В принципе... Он должен быть рад этому. Так, электроники здесь нет. И где я в прошлый раз электронику оставил? Я же ведь где-то оставлял электронику. Спасибо еще раз.
Ну да. Лучше бы ты место спасибо еще раз. Мне бы показал еще одну заначку, где еще спрятана. У тебя заначка. Так, электроники здесь, похоже, нету. Зря я, похоже, сюда пришел. А где-то я видел электронику. Прям оставлял. В заброшенном доме, наверное, все-таки. Скорее всего, я в заброшенном доме. Оставил электронику. А, вот электроника есть. Но этого, блин, мало. Нужно больше. Ну, хотя бы 2 единицы, я так думаю, пока что. Пускай будет лучше уж 2 единицы, чем вообще ничего. Так, ну-ка, тут, скорее всего, ничего нету. Да, здесь ничего нет. Ну, 2 электроники, ладно, так уж и будет 2 электроники, значит, будет. Пока что мы справляемся. И всплеск преступности. Так, очень голодная. Иди консерву съешь. Так, Роман поест. Супа. Так, Бруно пока посмотрит, сколько нам нужно. Так, ресурсов для того, чтобы построить дверь. 2 электроники. 11 компонентов. Так. И 9 досок. 10 досок. 11 компонентов и электроника. Блин, я даже не знаю, что нам придется идти. Опять на стройплощадку? Так, кофе в Погорне стало практически недоступным. Товары. Цены взлетели до небес. Нет, кофе продавать я не буду, у меня нет кофе. Так, Бруно, значит, нам приготовит поесть. Так, а Роман должен спать. Пойти. Так, давайте я сначала одинарную порцию приготовлю. Бруно съест, а потом двойную приготовлю. Так, Арик пойдет спать. Так, Бруно, съешь теперь. Так, потом... Так, не то. Потом свари двойную порцию. Так, ну и ждем опять время 10 часов. И потом день пропускаю. Так, пришел какой-то мужик. Это Павло? А, нет. Короче, это мужик, похоже... Хочет нам что-то предложить. Так, подожди, а пускай все-таки Бруно пойдет. От него толку нет в охране дома. А, нет, есть толк. Он тоже умеет дом охранять, но я думаю, Роман и Арика намного лучше охраняют дом, чем Бруно. Давай, что ты там хочешь? Обыскать, короче. Так, обыскать что? Так, был дом. Заброшенный дом. Хорошо, пошли. Посмотрим. Так. Так, отлично, снова мужик этот пришел. У меня игру закрашило. Но снова мужик пришел, отлично. Я как бы и не против. Есть заброшенный дом. Да, пошли в заброшенный дом.
Чего? Ну блин, теперь другой мужик пришел. А чего ты хочешь? Ну давай хотя бы тебя. Ладно, давай гуманитарную помощь посмотрим. Так, все, да? Странно, почему у меня в прошлый раз вылетала эта дурацкая ошибка Бекс. Дважды причем. А когда пришел другой мужик, не вылетело. Так, будешь охранять дом, так Арика пойдет добывать на стройплощадку. Стройплощадка, так, добывать, да. Блин, ножовка по... А можно было, кстати, ножовку металла сделать, но я не сделал. Ну и ладно. Здесь вроде электроника должна быть, я ее просто не брал. Так, сейчас посмотрим. По-любому здесь должна быть электроника. Нет, электроники нет. О, есть, отлично. Так, сейчас я возьму 10 досок и все остальное компонентами забью. И этого вроде как должно хватить на улучшение двери. Так, еще больше электроники надо взять. Если есть электроника и есть свободное место для нее, лучше ее брать. Так, доски давай возьму. А то мало ли, может мне потом не хватит одной доски. Так, все. Может получиться так, что мне как раз таки не хватит одной доски, чтобы полностью все слоты забить. И мне придется вообще в другой конец карты бежать. Поэтому лучше сразу, если вижу доски, лучше их сразу брать. Так, ладно. Сколько? Так, ладно. Надо еще один слот досок набрать. А все остальные слоты я забью компонентами. Надо еще компонентов побольше. А потом уже за ценными ресурсами сюда вернусь. В следующий раз. Так, ну что ж, побежали к выходу. День 12. Ну, я думаю, на этом мы закончим. Так, на нас напали. О, Бруно нам, кстати, очень много еды принес. Ладно, хорошо. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока!